Ну что, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Сегодня мы будем играть в Dark Souls, мой любимый, на очень душной локации. Мозг себе, я уже перед стримом уничтожила. Я вспомнила песню, я не знаю зачем. Я ее просто взяла и вспомнила, потом подумала, ну раз уже я ее пою, надо и свое любимое видео на ютубе с ней посмотреть. И вот я минут 5 слушала барбарики с моим любимым видосом, где ящерица флексит под эту песню. Собственно, я теперь дошла до нужной кондиции, можно идти спокойно играть в Dark Souls, больше меня уже ничего не может напугать. Сейчас я быстро закреплю про то, что стримеры свеча. Ага. Так, можно запускать Dark Souls, потому что там уже это... Странно, приложение работает, поэтому я его запускаю после всего, когда все сделаю, в общем. Да. Я теперь буду сидеть. Весь стрим у меня в голове будут эти девочки и мальчики. Сладкие, как карамельки. А на них большие башмачки. Это барбарики. Легкие, как мотыльки. Что-то там еще. Я не помню текст. Не могу запомнить вторую часть припева. Просто ты первую прослушал и уже мозг уничтожился. Вторую не можешь осилить никак. Лучшая песня, конечно, в мире. Эти барбарики. Но без той ящерицы, которая там флексит, эта песня вообще ни о чем. Вот именно с ящерицей это самый сок. Так, значит, это сюда. Тоже. Я бы вам ее включила, но я боюсь, что у меня авторских прав накинут. Мало ли на ней есть. А мне оно зачем, правильно? Мне оно не надо. Ой, а что такое громкое? Не надо так громко. Может, чуть погромче. Ну шо? А что такое? Все работает. Мышку переворачиваем по классике, а то сейчас начнется. А что он не светится? Я так не играю. Он не светится никаким этим. Я забыла себя уменьшить, кстати. Если бы я сейчас не показала вам этот геймпад, то так бы я играла, пока кто-нибудь бы не пришел и не сказал мне. Так, надо вспомнить. Мы очень давно не играли, по-моему. Когда последний раз был? Во вторник прошлый? Потому что в четверг была Субнаутика. В пятницу я не стримлю. Да, и в воскресенье я просто чувствовала себя не очень... Ну, класс. Можно считать, что я забыла вообще, как играть. Нижнюю кнопку я не жму, я не парирую. Так, пить на квадратик. Угу. Ну, поехали. Чё? А, мои души там у какой-то, я не знаю, кувшинки смерти. А можно собак отдельно? Я просто сейчас не в кондиции. Ну или мужика. Так тоже пойдет. В две руки? Да. Что так слабо бьет? Он... Умри, собак! Не, попади! Ты только попади! Ух. Там ничего нет, да? Ну ведь так? Мне же нет смысла туда прыгать. Я могла бы, но не буду. Туда мы не можем допрыгнуть. Бежишь уже? А. Ну все, это сейчас меня тут разносить будут. Это не та локация, на которой... По классике просто первая смерть случайно отдается гравитации. Я не, ну я не специально, оно само так получается, господи. А, ну, а там было 5000 душ, по-моему, возле той кувшинки смерти. Ладно, хорошо. Меня больше ничего не держит, и у меня никакого груза за плечами нет, я могу себе позволить рисковать, как хочу. Привет несовершеннолетним, здравствуйте, Вус-Вус. Ох уж эта гравитация. Ой, иди сюда. А чё мы такие слабые? Три удара им надо. Мне не нравится звук, они все тут какие-то сверхсильные. Чё на воздухе стоит? А! Ладно, я тоже выстояла на воздухе. Подожди. Не жаль, не надо. Что, сзади еще кто-то?
Да уж, локация, конечно, недружелюбненькая. Сзади вот ту блестяшку я забрать не могу. Наверх я не помню, могу ли я пойти или нет, есть ли смысл. Ух, что гравитация, с ней шутки плохи. Е-е, мои три души. Подожди, выносливость, не бей. Подожди. Мне кажется, мы стали слабее. Либо на этой локе мы так и били плохо. Ну, в плане слабо. Еще я не помню, где тут враги, поэтому, скорее всего, я отхвачу при первой же возможности от кого угодно. Да, вон эта штука. Здесь никуда нельзя, да? Туда мы не сможем запрыгнуть. Скорее всего. Я попробую, но... Там, наверное, ничего нет. Они же не зря поставили здесь эту ограду, правильно? Даже если я это сделаю, смысла нет. Ой-ой, там внизу еще какая-то лока с какими-то крокозябрами он. И блестяшками. Сколько же здесь мерзости на единицу кадра? Да... Локация просто великолепная. Тем временем у меня в голове продолжают это, на всю играть барбарики. Поэтому это еще страннее смотрится. Ну, для меня. Да что ж такое-то? О, ползет оно. Отсюда. Меня только не бери с собой. О. А ведь он взял. Хорошо. Мне кажется, сзади еще кто-то бежал. Нет? О, что за лутик? Орлиный щит. А внизу что? Какие-то деревья. Так, там ничего, значит, у нас нет. Там тоже. На соседних, я имею в виду. Угу. Фонарик бы мне, у меня нет. Ну, мне не нравится, что у меня просто перед глазами все светлеет, когда я почти вплотную подхожу к месту. Что, спуститься можно было? А, подняться. Подняться, это да. Так, ну выше, я так понимаю, мы не можем, значит, надо прыгать вниз к этой крокозябре. По идее, сюда. А, тут лестница была. Да, я подумаешь. А, о-о-о-о! Я смотрю, мы застряли в дырочке, думаю, ну, может, сейчас мы как-то выйдем оттуда. Ну, мы вышли. Но не тем путем. О, иди сюда. Не должен был отпрыгивать. Сзади, сзади. Ох, но. Прыгай отсюда. Так, мои душеньки вот здесь внизу, да? Или не здесь? А где? А, дальше. Так, вон он, я вижу, откуда стреляет, но у меня стрел нет, у меня есть арбалет. Но я не хочу через бинокль пока с ним драться. И я могла бы, как вот тогда с той кувшинкой. Мне лень. Так, а куда за душами-то? А если я сюда спрыгну, это куда? Ничего не понятно. Не ориентируюсь я на этой локации.
Что происходит-то? Во, душеньки мои. Но мне бы понять, откуда крик. Чтоб мне на голову потом никто не спрыгнул. Снизу? Ну ладно. Так-так-так, мои 150 душ. Е-е-е. Это да, это мощь. А это мы куда? Высоко. Надеюсь, за лутиком. Вроде как фонарик зажегся в последнюю секунду жизни. Ну, фонарик другой. А, плевунец. Получи. Вроде как фонарик в другой локе можно получить, но мы туда не сходили. Поэтому отыграем теперь без него. А эту можно на кувшинку? А это я куда? Ой-ой-ой. А здесь будут жирные великаны? Я просто сноровку потеряла, ведь... Да камера! Чё не фокусируешься? Он уже бежит. А она не фокусируется. Подождите, а мы тут были? Нет? По-моему, да. Там он... А, чего вообще? Мы тут были? Нет! О, это мы сейчас сзади этой кувшинки выйдем. Да, сейчас мы и наваляем. О, сейчас она получит. Ну все, кувшинка. Что там ниже? Бомжи. Не пойду. На, получи! Души мои в прошлый раз забрала. Скотина! Она умирает вообще там, я надеюсь? Угу. Всего косарь. Получается, вот за косарь мы отдали ей 5. Пиромантия, внутренняя сила. Ну, круто. И обратно уже никак. Жестоко. Как жестоко. А дальше-то куда? Ну, если здесь, допустим. Тут не спрыгнешь. Ведь нам же надо ниже идти, я правильно понимаю? Тут где-то жирничи будут, вот здесь. О, нет. Ну все, он уже знает. Там еще один. Бомж. Пока не идет. Идет. Не пинай его, не надо. Не тот противник, который простит пинок. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмачки. Это барбарики, легкие как мотыльки. Там еще на той карте много лута. Ну, в смысле, в той части этой локации, но... Надо с самого начала ее проходить, а у меня пока бомбит до сих пор. Ну, в плане, я помню, как там душно, поэтому... О, а что такое? Какие-то павуки. Огненные павуки? Не-не-не. Ребята... О, оно здесь! Оно несет бомбу говна, слышишь? Ты не вздумай! Оно не несет бомбу, но у него на хвосте... До свидания. Иди сюда давай, я не буду драться там. И какое слово запретное? В смысле, какое запретное? Запретных слов на Твиче много. Я просто хочу проверить, сколько у них хп. Я не пойду так просто. Написал сообщение, его заблокировали? А, серьезно? У меня просто общий чат там не видно. А, его смутило. Twitch смутило вот это вот, воткнуло прямо в дырочку. Он такой, ну все, это я, конечно... Это я запрещаю. Я разрешил. Про какую дырочку речь? Здравствуйте, товарищ модератор.
Не знаю, у Твича спросите, почему он обиделся на это слово, ну, как словосочетание. А бинокль там... Ой, ладно, все, сейчас я пока разберусь, как это ставить. Мне уже проще пойти и огрести, если честно. Только если по одному. А, о, их можно заманить же и прыгать сверху. Они же не умеют по лесенкам же ползать, да? Они умеют летать. А, щит. Она летит? Она поднимается? А чё ты умерло? Нормально тебе? Понял, принял. Слышишь ты, иди сюда. Ой-ой. Ой, что делать, что делать? Оно такое страшное, о боже. Оно летит, ох, ну. Оно летит? Ой-ой-ой, оно летит, ой-ой-ой. Оно летит и такое, а-а-а. Хорошо. Пошел арбуз. Это не арбуз, а фича. Так, так, так. Пока никого не видно. Это хорошо. Но с другой стороны, это может быть и плохо. Вдруг здесь это просто дорога к боссу. Ничем не обремененная. Ну и никем. Так, там вон еще такие карапузи. Обратно наверх, как теперь? Ох, ну. Игра. Игра, я тебя задушу. Нет, ты пусти. Нет. Сука, пусти. Ну это нечестно. В смысле? Ну вот, другой разговор. Кто там плюется? Ну-ка, перестал. Быстро. Вы обидели ту срань? О. Я боюсь читать, пока они что-то на меня триггерятся. Ну, вроде не летят сюда. Вы обидели ту срань, которая вас убила в прошлый... А, это вопрос. Да, я со спины на нее напала. Ну, где и надо было так делать. Да кто... Скотина, ничего, я к тебе приду. Мне главное понять, как безопасно. То есть вот здесь и вот там. Сейчас на меня налетят эти мухи-цокотухи. К сожалению. А ты спускаться будешь? Спасибо. Так, так, здесь лучше не перекатываться. Пусть стреляет. Мне есть чем снять яд, я просто лучше. Что, вот это? Не-не, это походу. Нет? Вам другую? Ох, но. Что ж тут, сука, все огнем плюется? О, боже. О, какая интересная локация. А это тоже надо вот то? Нет, от яда фиолетовый мох. Все, они забыли про меня? Не совсем. А как мне обратно со своими 6000 душами? 6к души. Ты можешь на ней... О. Я ее куда-то выкинула, по-моему, вообще в другое измерение. А как я... Ладно. Все.
Та там застряла, хорошо, ей что-то плохо. Фух, вот это локо. Так, что там вы пишете в комментариях, надо почитать-то. У создателя и по физике тоже тройка была, как у меня. Теперь их черед скидывать вас. Здравствуйте, Харунжи. Наглядное пособие, как выглядит паника. Да. Ужас, а не игра, я бы и полчаса не вывез. Нормально пойдет. Что ж вы так слабы? А, мы теперь не чатеры, мы теперь комментаторы. Ну, да ну забейте, ну шо вы? О, а здесь костер есть рядом? Ну так вот, чисто присесть, банки восстановить там. Не? Просто по говнам этим болотистым. Такое себе ходить. У меня две банки. Я в любом случае сейчас обратно забегу и насобираю себе яд. Да, у меня есть заросли мха, но... А я могу в резюме написать, что я уже полтора года комментатор? Конечно. Тут вот какие-то штуки лежат. Они явно, ну, как бы не совсем мирные. Можно вот туда быстро забежать, на дерево. Возможно, где-то там есть костер. Если его там нет, это будет фиаско. Они за мной ползут? Вы чё? Идите в свое болото. Костер? Да в смысле лут? Дощатый щит? Что такой дерьмовый? Не, ну был бы лут как лут, так. Вот видите, я не зря все стены мира бью. Господи, хоть раз в жизни пригодилось. Ага. Ага. Ну ладно. Двойная человечность. Еее, стример нашел секретик. Костра, правда, не нашел, это грустно. Там вон лутик. Наверху вряд ли у бомжей там уже костер есть. Я думаю, они какие-то кровосыси, то есть они присасываются, и все, и жопа полная. Пиши пропала. Далее куда? Ох, но! Меня тут не было, меня тут не было. Ну, наверное, яд накидывают, а чё бы нет. Ну, помимо урона просто по щам. Я зас... Меня... Я не знаю, оно застанилось. Можно еще за сундуком стенку ударить, но это, наверное, слухи, Капа. Издеваешься, да? А как обратно теперь живым дойти? Не, ну я все понимаю, конечно, игра. Пробежать разве что, но я думаю, мне накидают здесь, дай боже. Как бы, да. 7000 душ, я вас умоляю. На этой локации бегать это... Там уже не 7000. Мне кажется, я в прошлый раз цветочку 1005. Сейчас 7. Потом еще где-то. Да, да, там минус 25к где-то. Я ненавижу эту локацию. Эта локация говна. И все, мне, меня уже ничего не держит. Я все равно буду просто бежать. Я свободен. Так и планировалось. Словно... О, птица. А куда теперь-то? А, в жопу. В небеса. А это наклонная поверхность, да? Угу. Я пытаюсь найти быстрый путь. Я не хочу, но это долго слишком драться со всеми. Я не буду. Вообще есть вариант пойти обратно.
попытаться собрать другой лутик. Но какой-то вариант такой себе. Вон там еще лут лежит, можно на этот мост шатающийся спуститься. А сколько это в уровнях? Не знаю. Здравствуйте, Андрей. Бля, спидрон, стратки пошли. Не все стратки удачные. Ха-ха, да что вы говорите? А как я туда попадала в тот раз? Кто-нибудь помнит? Вот здесь есть лесенка, да? Да. Ищу. Хорошо встречаете. А, костер не вожжен. Я думаю, а чё у меня фляжек так мало, в принципе, изначально? Чё ж не сказали-то, что костер я не возжгла? Не-не-не-не, слышишь? Давай, не надо. Так, на этом мосту явно можно упасть. Ну, типа, 100%. Перекат лишний был, лишний. Я хотела побежать, но случайно перекатилась. Зато костер сейчас возжигу, так сказать. Гравитации все равно, сколько у вас фляжек. Да. Так, сейчас человечность, значит, потратим одну. Две. Там же две надо. Одну на себя, вторую на костер. Угу. А сколько было поражений от гравитации уже? Ну, на первой минуте я сразу улетела вот с этими собаками в начале еще. Уже это третье, по-моему. Я только гравитации и проигрываю в основном. А ты чё у меня жрёшь? Оно меня сожрало! Что? Это он мне, получается, бэкстеп такой сделал, да? Угу. Ну, надо играть аккуратно. Вот если не спешить, то будет все получаться. А я просто хочу по-быстрому с этой локацией уйти, сами понимаете. Бесит она меня. Бля, еще не женились, а уже на лопатки уложили. Здесь обязательно быстро бежать, или он просто шатается? О. А, это и все, что? Это и вся сложность моста. Но мост нужен лишь для того, чтобы забрать лут. Я правильно понимаю? А для этого нужно правильно спрыгнуть. А-а-а! Сука, напугала! Фу. А это как бы, как туда? Ну как она так отпрыгнула? Ну как? Я же просто нажала прыжок с ударом вниз. Почему она прыгнула вперед? О, я даже не разгонялась, я просто ударила мечом в прыжке. Ой-ой. Господи, за что? Здесь лучше медленно идти, чтобы не упасть. Угу. Ну, короче, на этой локации, я так чувствую, стример полюбит Dark Souls еще больше. Гравитация 17, Саша 0. Да, подумаешь. Ведь нельзя ж никак побыстрее туда спрыгнуть, я обидно. От этого обидно, что если я вот здесь прыгну, мы же умрем, да? Ну, 100%. Это считается слишком высоко для Dark Souls, правильно? Я хочу просто попробовать, мне все равно терять нечего.
Ну, кстати, идея была неплохая. Возможно, даже реализуемая в каком-то смысле. Я не успеваю так быстро писать. Не, ну ты подожди, мне реально интересно, я могу так заспидранить? Сейчас соберу. Сейчас, сейчас. Надо понять, куда прыгать. Это не так, надо же сначала прыгнуть, потом бить. О. Чуть-чуть меньше надо разбежаться. Сейчас, сейчас. Мне интересно, у меня чисто вот спидранерский интерес, так сказать. Такершон просит. Я не могу отказать. О? О, мы поломали... А, я думала, мы поломали мост, и он... Ой, сзади бомжи, кстати. Дайте лут собрать! Не идите за мной. Ну чё? А отсюда только смерть? Или... А, здесь есть выход. Ну, хорошо. Собаки сейчас меня скинут. А вторая что, упала, что ли? Так ей надо. Нечего за мной ходить, потому что... Куда-то наверх. Это в мою любимую локацию, значит. Еще прям до босса дойдем прыжками. А, мы тут были. Я правда, все равно плохо ориентируюсь. А, и выхода отсюда нет? Выхода нет. Скоро рассвет. Тут еще лестницы просто плохо для меня заметны. Ну, по-моему, да, придется обратно идти. Как бы это ни было грустно. А мы шли. Зачем? За человечностью, получается. Держа меч в руках, будешь реже стукаться о стеночки. А что, у меня в одной руке меч? А, спасибо. Не заметила. И не знаю, как так вышло. О, это что, мои души? Вау. Но я не хочу идти через них. О, боже. А если я спрыгну сюда, это куда? Там как бы еще и провалиться можно с концами. А, это как раз там, где мы с моста. Угу. Сюда прыгать не надо. Ну все, а они уже идут. Собаки сутулые. Они уже выехали за мной. Одна уже точно. Как же они больно кусают. Как тут лут забрать? Это нужно как-то... На вот этот ярус попасть, это спрыгнуть? Ну реально карта темная, я ни хрена не понимаю. Я пытаюсь понять и не могу. Ничего ж не видно и непонятно. О, лестница. Здорово. Бэкстепики заказывали. Не могу их осуждать, я бы тоже стримера покусал. Ну что начинается? Так, а это куда? Это же куда-то. Аккуратно. Да, большая душа. Безымянного. Подожди, выносливости нет, ну пес. Не бей. Да где ж вы беретесь-то, а? Обалдеть, это что вообще за... Еще там кто-нибудь, нет?
Я вообще не сюда шла. Вот в этой локации так всегда. Ты идешь куда-то вообще не туда, а потом приходишь еще в большую жопу. Ну почему же так делается-то? Да мы в начало вылезли? Или куда? По-моему, да, это начало Локи. Туда спрыгнуть, да? Ты будешь бежать ко мне, нет? Ну и правильно. Дайте хоть спокойно подышать тут. Ага. Опа. Ух. Что это? Это аниме Катана? Что? Да блин, как я уже разучилась, мы так давно не играли. Как тут управлять-то? Ох и да. 88 всего лишь. Ох, ну. Тип оружия катана, резкий удар. Катана, выкованная на востоке, вытаскивается из ножен со скоростью света с помощью техники яйдзюцу, которая позволяет воину устремиться вперед и изрубить врагов, стоящих вдалеке. Подсказать, где еще катана есть? Ну, не надо, наверное. А вот там, где был мимик, ну, не мимик, который в итоге. Там реально была стенка за сундуком, или это просто капа? Придется проверять. Спасибо. А как мы только что туда попали? По какой-то такой вот палочке, как вот эта. Но это не она. Угу. Я здесь не ориентируюсь от слова совсем. Надо по трупам идти. Да тоже можно перепрыгнуть, но я не хочу. Сюда мы не ходили. Кто-то уже бежит. Ой-ой-ой. Что же ты так ругаешься-то? Блин, а я не помню. Ох, но. Ну да-да. А все. А мы больше не найдем ту локацию, вот где мы только что были. Я не помню. Я посмотрела 10 минут сериала Fallout, держу в курсе, а зачем же вы смотрели? Понравилось? Смысле, я пока не понял, мне вас ждать. Да уже все. Я больше с вами не дружу. Да. Здравствуйте, Саша. Я не помню, поздоровалась или нет. У меня просто тут напряженная такая ситуация. Вообще не понимаю, где я. Я хочу, ну, на то место вернуться. Мне вот это не надо идти к кувшинке пока. Ладно, подожди. Да уже все, 10 минут посмотрено. Это, считай, уже весь сериал посмотрели без меня. Может, туда перепрыгнуть все-таки? Подождите, а зачем? Угу. А просто. Чтоб сейчас пытаться прыгнуть обратно и в итоге упасть в бездну. Уже так весело. Как? Я туда попала. Я вообще не могу понять, где это... Нет, ты подожди. Я подожду. Ой-ой-ой. Все уже. Поздно. О, кто-то умер. Приятно. О, вот она. Вот сюда надо. Во. А я почему упала? Тоже не помню. А, я не упала, я перепрыгнула, и там как бы уже конец был. Угу. Я хотела замкнуть круг и проверить, начало ли это. Наверное, да?
По этой причине я тут. Да, это начало, где я их мансила, как просто боженька. Каждого за угол. Угу. Ну все, значит, можно отсюда идти спокойно. Угу. Так, позади там лута никакого. Угу. О. А чё ты сидишь? А, ты, блин, я думала, ты мирный. Я ж уже лишний раз боюсь. То как с бабкой будет. Смотрю, в бочке сидишь, а ты пес настоящий, оказывается. Чтоб ты всрался, дед. Сидел бы дальше в своей бочке. Душа гордого рыцаря. А то мне там в комментариях написали на ютубе, говорят, теперь лишний раз никого не трогай, если тебя не трогают. Но я думаю, не трогает же. А он вот какой, оказывается. Меня мама тоже в какой-то бочке чилила. Ну за шо ж вы его? Так я думала, он мирный, как пиромант вот тот. Хотела разбить бочку, чтобы его спасти, а потом поболтать. Но он отказался со мной болтать. Поэтому мы ему прописали. А я перепрыгну, несмотря на... Угу. Надо попить. Там ничего. Здесь вроде тоже я лута не... Не нахожу никакого. Не то чтобы лут прям очень полезный. Вот если вы какие-то редкие шмотки, катана, да, приятно. Души. Ну, может, и полезно, если я кого-нибудь еще из мирных мобов ударю. Будет чем индульгенцию платить. Так, так, так. 2700. Как же мы бедны. Где-то кто-то рычит. А что тут, если вниз пойти? Так, кувшинки больше нет. А, тут бомжи большие, жирные вот эти. Не-не-не. О, там внизу лут. Ох, ну. А мне надо пойти другим путем. А как же я попала за ее спину? Я совершенно не помню. Ладно, мне придется сюда сходить, потому что у них там ниже лут был. Через жирного. Как бы мне не хотелось. Бомж уже бежит. Естественно. Добей его. И куврочек сразу. Не успели. Куврочек. Успели. Подожди, подожди. Не надо. Жупик сюда. Так, теперь осмотримся. Спокойная обстановка в очке. Ну, вроде ничего не светится. Пик-пик-пик. Навозный пирог. В этой локации еще шмот есть. Да. Опа. Сейчас слева там чел плюет. Да, это то место, я поняла. А, тут же ниже бомжи, у них лут. Был, вон он. А, как бы так спрыгнуть, чтобы не навсегда. Не, ну как будто бы... О. Если бы она сейчас оттолкнулась, кнут... Это хорошо. Так, ну-ка. Что у нас тут? 80 урон.
Не предназначен для боя. Абсолютно неэффективен против доспехов и прочной чешуи, зато беспощаден к врагам с неприкрытым телом. Проверим мы его не здесь. Здесь как-то не очень удобно. Шаг влево, шаг вправо, и ты умер. Там можно выйти. Главное упасть. Удобно. А как это сделать? Например, вот так. Ух. И это мы у кувшинки сзади. Нет, это мы не сзади у кувшинки. Я не знаю, где. Господи. Подо мной лута точно нет. Ну, вроде как. Как будто бы. Угу. Это что за место? А, это сразу... Ой-ой-ой, а что это такое? Это что, огненная муха? Обалдеть, какая она жуткая. Я в шоках. Ой-ой-ой. Боюсь, боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Летишь? Ой, что же делать? Что же делать-то? Пошел арбуз. Да в смысле арбуз? Две штуки всего лишь уничтожить. На остальные потом меня уничтожат. Не плюйся там, слышишь, сверху. Надо было, может, его устранить. А я могу? А, он и не плюется. А кто плевался в прошлый раз? А кто плевался, больше не плюется, Капа. Так, вот, а что, как туда попасть? Через мух пробежать? Они-то просто меня здесь застали врасплох, и я растерялась и побежала вообще по говнам. А, опять, что ли? Есть одноразовые, а? Видели, разгон какой набрала? Уметь надо. Так, ну хоть одна подлетит. Я просто со всеми потом сразу не хочу. Нет? Ну ладно. Я вообще не поняла в тот раз, почему и как я отсюда упала. Ну, там действительно паника была. Капюшон. Что? Капюшон странника. Фальшион. Что? Не летят мухи? О, да. Что это такое? Опа. Капюшон странника. Капюшон праздного странника, сшитый из прочной кожи, которая защищает от ветра и дождя. Куртка. Так-так-так. Путешествуя по миру, каждый рискует сейчас. Путешествуя по миру, каждый рискует нарваться на неприятности. Эта куртка обеспечивает хоть какую-то защиту. Случайно? Ну, мы давно не играли, я управление не помню. Извиняюсь. Как долго я в нем ходил, но он выглядит очень красиво. Краги странника. Тоже прочная кожа. Незаменимы в долгих путешествиях. Так, значит, мы берем капюшон. А, подождите, а куртка тени от чего? От кровотечения. А, ну не, они мне яд накидывают, поэтому без разницы. О, да. Подождите. Не, с перекатами все нормально. Ну, хорошо. У нас тут куртка с вороньими перьями, как в том псевдо-дарк соусе. Пока не смог ходить на стиле в рыцарской броньке. Мне бы найти какие-то крутейшие доспехи для вора. Ну, я не знаю, с какими-нибудь там интересными пассивочками. Можно перепрыгнуть туда, но там ничего. Зачем? Чтобы что? Здесь же просто лесенка есть. Че, они просто так эту крышу поставили, да? Комарик. Нет, слышишь? Давай ко мне идти сюда. Да как?
Только по одной. Я всех сразу не хочу. Я не голодный. Не идешь? Ну не иди. А ну-ка, дайте их рассмотрим. Я думала, там может какое-то человекоподобное лицо вот это вот, но нет. Ну что, типа, человек в муху превратился. Как котуху. Угу. Так, по лутиксу ничего, да? Как мы экспресс быстро тогда спустились, я вам скажу. Не рассмотрев вообще ничего на этой локе. Так, комарики уже летят на воздушном шарике. Скотина. От кровотечения отравлений. А, ну они мне тут яд накидывают. А что там, реально написано от отравлений? Там еще один комарик летит, мне некогда читать, подождите. Я дождусь, а то он в самый неподходящий момент на меня прыгнет. А мне оно зачем? А вдруг там за сундуком стена с этим, с костром? Так обидно получается. О, товарищ модератор, вас не было в самом начале, у меня весь стрим в голове... Короче, перед стримом я вспомнила песню, насмотрелась видосы с ней, самого лучшего видоса. И теперь у меня в голове вот это вот... Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмачки, это барбар-барбарики. Чё там легкие как мотыльки. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Вот если вы знаете эту песню, надеюсь, она у вас теперь тоже, как и у меня, засядет в голове. А я зашла сюда зачем? Посмотреть шмотки. Что они там вещают, правда? Ну, а, там и отравление написано. Ну что, придется в этом ходить, значит. Этот-то ни от чего не защищает, наверное. Сейчас посмотрим, если я смогу перейти тот путь и не заразиться, вот где мы ходили, значит, буду в этом ходить. А если нет, то как бы... Ой, сразу две. Ты не пойдешь, да? Ага, там внизу лут. Но там и яд. Хотя по бережку вроде как можно пройти. Но не факт, что я дойду обратно. Отходи сюда, я не пойду. Конечно, ты-то попадаешь. А я нет. А, то есть мне в любом случае придется ступить в говны. А по-моему, быстрее набирается. Возможно, это чисто вот необъективное мое мнение. Но придется пока переодеться. Да, медленнее набирается намного. Да я же на песочке. Ох, ну. Так, чем там? Я не помню, вот этим, да? Ай, наверное, не надо было. Надо было уже пробежать, а сейчас опять новое отравление накинется. Но это приходит с опытом, с попытом. Сначала мы не поняли, а потом как поняли. Что ж. О-хо-хо, не накинулась на тоником.
Ну вы что, совсем не знаете? У меня почему-то не заседают песенки. Повезло. Комарики бесконечные, держу в курсе. Серьезно? Я думала, нет. Черную капельку цветущим мхом. Фиолетовую обычным. А у меня еще красный есть. Но это от кровотечения. Хорошо. Какую-то черную капельку. А я забуду. Какую? Фиолетовую обычным, да? Угу. Опачки. Все-таки доверились модератору. Ну хорошо, я уже хотела, я смотрю, там Капу написал, думаю, ну все, сейчас, значит, шутки шутит. Полость. Как интересно называется локация. А звуки-то какие? Дабл кек. Там что-то неприятное, такое слизкое, такое. Кто-то продолжает умирать. Кайсер. Ну, я думаю, возле этого костра стоит отдохнуть. На новый уровень мне, естественно, не хватит. Его бы вас сжечь, а для этого нужна человечность. Ну, в конце такое, она тебе понравится. Ух. Да. Хорошо. О, ай, нет, красивый череп. Я думала, мне вот то временное проклятие откуда-то взялось. Что я хотела? Человечность? Можно, конечно, и душу скушать. Чтобы уровень прокачать. Жалко, давно не качались. Плохо получается души донести. Сейчас я управление вспомню. Там 8000 надо, да? Давайте все, мне кажется. Да, они не очень дорогие. И еще одну. Почему оно из меню инвентаря выкидывает? Мне это не нравится совершенно. А снизу еще ближе, кстати. Надо тоже запомнить. 8300, да? Чинить надо? 172. Так, чё там? Выносливость, наверное. И человечность скушаем. А что дает двойная человечность? Значительно восстанавливает здоровье. А я что, опалилась, да, за это время? Как грустно. Я так человечности на всех, на все костры не напасусь. Это же надо по две штучки. Если бы по одной еще, ладно. Может, этот костер вообще и не стоило бы зажигать? Ну что ж, уж теперь поделать-то. Кстати, да, если прям совсем все плохо, то можно человечность использовать. Она все ХП восстанавливает. Умной город. Поплевать мне. Осколок зеленого титанита.
А, да, так вот. Меня ничего не обременяет, у меня нет душ. Поэтому я просто бегу за лутом. Не бей, подумай. О, большой осколок титонита. Вкусно. А почему мне так плевать на яд? Невидимая стена. Ох, ну. Ребята, ну, ребята. Я от мало хп снимаю. Подожди, я когда только на эту локу заходила, мне вот те вот понакидывали. Думаю, не стоило так игнорить. Та ну, рассказывай. С каждым драться сейчас еще. Делать больше нечего. Девочки, мальчики. Сладкие, как карамельки. А на них большие башмачки. Это барбарики. Легкие, как мотыльки. Туру-туру-туру-туру-ту. Это не яд, это что-то другое. А там мы все пробежали, да? Или нет? Надо проверить. А когда стадионы собирать будете? Да вот хоть завтра. Большая душа. А эта часть локации так чисто лут пособирать? Романтия, что рваный какой-то там сверхдоспех. Я в шоках, это мой доспех. Это доспех воришки. Оборванца, голодранца, голожопика. О, да. Костер, или что это? Я в шоках. Все это время он был так рядом. А это куда? И отыгрываем бомжика. О, ну это точно мимик. Они не зря сделали здесь такую большую область. Ну все, сейчас он... Ну или я грибу. От меня. Цепь должна быть на меня, вроде как. Да в смысле? Да что ж такое-то? От меня получается правильно? Драконья чешуя. Я не доверяю миру. Я во всем ищу мимик. Подожди, вот это и все? Не. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, мне. Спасибо. О, ничего себе, у вас там лестницы. Я в шоках. Там мужчины с молотками какими-то огромными. С камнями, я понял. С ними шутки плохи явно. А они сами боятся. Я... Хотя ничего не будут бояться. Они в говне таком живут. Yeah.
Ну, они вот что стоят там? Ой-ой. Что за кучу говна эту защищают, да? Не кидай, не надо. Не надо, дядя! А, драться будем, нет? Почему по нему бэкстеп не проходит? О! Почему его камнем не убило? ₽500. Он так исчезает, он одноразовый, да, получается? Он аж очень светится. Я думаю, похилится или нет. Просто если он мне втащит, будет больно. С другой стороны... Какое же маленькое окошко для бэкстепов. Кто его знает? Не, ну вроде так исчезают только одноразовые. А если я всех убью, куча встанет? О, боже. Или не встанет. Но там есть вход в кучу, я заметила. Вот там маленькая щелка такая. Огромная дубина. Е, будем драться с кучей. Мужчина, а можно одного кого-то? Мне всех не надо. По правде говоря, вы самый красивый из них. Я именно поэтому вас звала. Вы что думали, просто так, что ли? О, мне нравятся ваши идеалы красоты. Так. Молодой человек. Ой, бля. А ты и новый создал? Да как это понять? А, вы бомбардируете, да? То есть не настолько глупы, как те. А этот еще, смотрите, за корень вылез специально, чтобы же до меня достать. О! Стоишь? А, он вообще забил. Думает, там товарища насилуют. Да не плевать. Че, мухи эти руины. Вот так вот. Какой молодец. О, навозный пирог. Вкусно. Сейчас, сейчас, подожди, я похилюсь? Ну, стой. О, боже, он чуть сквозь текстуры на меня с камнем не наехал. Кстати, здесь паутина, там, наверное, какая-то арахнесса сидит, да, такая? Ара, ара, я зайду, она такая. Я давно тебя ждала, путник. Ой-ой, что это, кто это? За мужчину не забываем. Он-то про меня точно не забудет. Понимаю. Какие интересные вы анимационные фильмы смотрите. Да. Надо здесь не так это сильно бегать. Вдруг. Что, мужчина есть какой где? Я так понимаю, тут стена? Да. О, боже, ну что ж вы такие душные-то, а?
как аппетитно выглядит. Я так понимаю, на самый верх вот здесь никак не залезть. Ну ладно. Пойдемте, сходим, что ли. Привет, скажем. Владение Квилек. Рахнеса, да? Ой-ой-ой. Что это такое? Я ждала женщину-паучиху. А не вот это все. Они мирные? Ладно, не буду пока бить бомжей. А что, уже босс? Меня к такому жизни готовило. Хотите быть вишенкой на этом тортике? Ну, здорово. Вообще-то мне в мультиках не таких арахнес показывали, это что-то не то. Такое мне не нравится. Бубы! Твич, не бань, это же не мои бубы. Не, так она выглядит симпатично. Но я не знаю, что она делает. Она, наверное, жесткая, да? Лапками, скорее всего, тоже атакует. Не, ну если мы так будем все время, то как бы... Ой, а что, там она лаву оставляет, да? Тогда это не очень хорошо. Ну, она сейчас так всю карту засрет. Это не пойдет. Слышишь? А ты не хочешь хоть на секунду, ну, постоять? Так и будем, да, вот это? Не попала. Ну, в смысле, я... Тайминги. Она-то попала. Так, вот сейчас. Оп, ага. Да постой же ты, ну... Что такое... Душная. Чего мы быстрее не... А, потому что у меня привязано... Огненные жопы. Вкусно. А у меня столько банок нет, сколько у тебя обилок. Не-не-не-не, ты не вертись, слышишь? Зря. Нельзя так надолго задерживаться на одном месте. Ой. Я хочу у вас в жопе быть. Я не хочу спереди. Мне не нравится. У вас жопа покрасивше, чем вперед. Отстань. Ну отстань. Ну не трогай меня. Дай я похилюсь. Слышишь? Он сейчас тащит мне вкусно. Что у вас опять стадия рейджа? Ну мы же так хорошо крутились с вами там, вот это вот. Ну да, я теперь сзади-то никуда иду. Не, конечно, она мне тут навертела нормально. Лавы. Пойдем туда. А, в смысле? А что? Она меня как-то пнула на жижу, я не ожидала этого. И потом протаранила, значит, паучьей башкой. Хорошо, ладно. Ладно, хорошо. А, этот костер не вожжен. Ох, ну. И человечности у меня опять две штуки тратить. А, ну шо. Жду лучшего босса серии DS. Ну, я бы не сказала, что он лучший.
Вам тут приглашение в Лигу ценителя павучих жоп прислали. Говорят, хотят сразу председателем сделать. Я не против. Да, мне мои 10. Опа, видели? Растяжкой хвастался персонаж. А, она же яд не это. Сейчас прям перед ней надо переодеться. А в какую сторону? А, к яме. Угу. Получше костюм с защитой надеть. А то как-то это... Вторжение! Какой людоедик? Какой нахрен людоедик? Иди твою мать! Ой, с мухами еще и людоедик. Вы что там, совсем что ли? Добей, добей. Добей. Хорошо. О, лучший людоедик. Лутик. Лутик. Все, мы забрали. Уходим. Отсюда. О, гейнг-бейнг. Это тоже мне. Все, до свидания. Меня тут не было. Ага. У меня свидание с женщиной-пауком. Встаньте. Она пообещала на мне жениться. А надо ли мне в этих шмотках дождаться, пока у меня яд закончится? Ведь я если переоденусь в другие, он же, наверное, сильнее дамажить будет. Хотя, с другой стороны, проще, наверное. Почему у меня 11? А, у меня фляжки прибавились за убийство людоедика. Ну, это баф, я считаю. Послабление. Сейчас мы это на изи пройдем. Так, а что там было порванное такое? Рваный матерчатый капюшон. Капюшон пиромантов, пиромантов Великой Топи. Эти лохмотья на самом деле довольно эффективно обеспечивают надежную защиту от ядов, огня и других сил природы отдаленных земель, куда направились эти пироманты. Вкусно. Сюда мне защиту от огня. Рваный... А здесь тоже будет что-то там рваного, да? Да, рваная матерчатая куртка. Это что за юбка? Фига. А где рваные? Или это юбка как раз пироманта, да? Это из этого сета? Походу. Хотя нет. А, да, сапоги пиромантов из толстой кожи, приспособленные для путешествий по бугристым лугам и труднопроходимым болотам. Души этих пиромантов практически неуязвимы. Ну все, миссис Павучиха, давай, я иду. Видишь, у меня сколько сумков. Это людоедик? О, там у меня души, слышишь? Откуда у меня 8000 душ? А, за людоедика? Ох, но! А у меня были души? Да подожди, да не души меня, я за душами, подожди. Были. Ох. Надо отцепиться от нее. Не бей, подумай. Давай теперь сюда. О,
прям там я почувствовала, по пяточкам прошло буквально вот мне. Да хорош, ну дай сзади походить. Я не умею спереди драться, это надо по-честному. А я не умею по-честному. Кто я? Ты с натяжечкой, да, ждала и искала меня. Понял. А может, ты ударишь, а я пока похилюсь? Она не хочет, чат. Она не хочет. Да, блин, не видно ж ничего. А там горят огоньком? Да. Немножко не туда. Там лава. Ох. Да ну отстань же ты, что такая душная там. Ты решила побольше площадь сразу, да? Покрывать. Ну, чтобы мне вообще не было шансов. Подожди, не бей. Подумай, стой! Не надо! Я ее не могу пройти, она душит. Она душит. Сейчас, ты стой, главное. Стой на месте, стой, пожалуйста. А, бля. Больше не стой. Ну, в смысле, стой. Только тут. За мной не надо идти. Да не надо, мне там сказали что-то интересное. Зарплату выплачиваю. Пойду проверю, пожалуй. У меня одна банка осталась. А она не собирается как бы останавливаться. Чтобы я могла ей за жопик зайти. Паучиха, получи. Душа квилик, хорошо. Буду знать. Ля. Да, это думал. Думал, паучиха меня одолеет. Сейчас вот. Ничего подобного. Хотя было близко в каком-то, ну, смысле. Киберкотлета на стримере. Да уж. Так и шо, а тут есть шанс отлететь? То у меня 30 000 душев.
Мне бы костерочек. Давайте без второго босса подряд, я как бы не выдержу. А, это второй колокол, что? Я думала, мы лифт вызываем. Угу. И чё, и чё? Угу. Может, не стоило в них звонить всё-таки? А, нет, он ворота открыл. Спасибо. Но он, наверное, потом и втащит, я думаю. Не за просто так он это делает. Чё, он настолько добрый, что ли? Ага. Косточка возвращения. О, это мы сейчас вернемся. Но перед этим... Что это за место вообще такое? Боже, это какое-то адское ущелье. Мама мия. Не, я вернусь. Ну нахрен, я не пойду исследовать. У меня этих косточек, я улетаю. До свидания. Стой. А все, поздно. Поздно. Я думаю, что прокачать силу, наверное. Выносливость. Ну, в смысле, ловкость. И выносливость. Да? Здоровье вроде мне не надо. Вера, сопротивление тоже. Я лучше еще раз туда добегу, паучихи-то там нет. Я просто не хочу потерять 30 тысяч душ. Мы и так уже потеряли столько. Да еще больше. В общем, пока я сижу тут, думаю, что прокачивать, я пойду на туалетную паузу отойду. Угу. Да, тут мистер Ричулькинс. Да. Да. Рича, ну в Dark Souls с тобой на ручках играть, ну это уже чересчур. Ты же мне всю реакцию запоришь. Ой, ну ладно. Пока драться ни с кем не планирую, пока просто пробежать. Да. Привет мистеру Пьосу, вам тоже. Привет от мистера Пьоса. Так и шо? По поводу прокачки, я думаю, все нормально. Я не знаю, что еще там надо качать. У меня пока ни оружия, ничего такого подходящего нету. Мне, правда, микрофон теперь загораживает пол карты. Ну, пол экрана, в смысле. В нижней его части. Ну, что только не сделаешь ради пёсиков, барбосиков.
Я похвасталась, когда пришла или нет? А, наверное, Ричи сразу на ручки взяла, да, он пришел приставать. И сегодня такие сырники сделала. Ой-ой. Они еще сахарной пудрой присыпаны, значит. Вот сейчас я после стрима... После стрима буду с чаем пить. А показать не показали. Я их сфоткала, но я их сфотографировала, когда уже присыпкой присыпала этой сахарной пудрой. Во. Из-за этого не видно самих сырников. Они сейчас там намокли вместе с этой присыпкой, растаяли. Можно будет сфоткать. Ну, они не то, что прям красавцы. Но по вкусу вкусно. Влажненькие, ага. Они же были тепленькие, я немного призакрыла контейнер, который сложила, и присыпочка размокла. Ну, я на это и рассчитывала, чтобы она немножко там впиталась, размокла. Все такое прочее. Ой, Вэй, вы видели мою последнюю шавуху? Она нормальная. Там какой-то лифтик. Ну, а, получи. Так, ну это явно лифт. А это явно какое-то коконовое место. И что тут? А лифт надо поехать посмотреть, куда интересно? Но я уже не поехала. Руины демонов. Ой-ой. Какая красота. Там вон белые ворота. Это значит, что вот то босс с щупальцами, да? Я пойду на лифт, пожалуй. Там, где лифт, осмотритесь чуть получше. Да, я сейчас вернусь туда. Я хотела просто посмотреть, что тут внизу. Тут еще одна локация. Ну, а тебе неудобно. Да. Ну, вот ты хотел, вот и сиди. Еще один костер. Что? Бомж, пропусти, я не убиваю вас пока что. Но близок... Так-так, что это у нас тут? Ты что, новая прислуга? А кому служить-то? Я же вашу миссис Павучиху-то уже все того этого. Ну да, я прислуга, да. Но у тебя нет яиц. А, неважно. Проходи и поговори с прекрасной госпожой. Надеюсь, ты не забудешь о хороших манерах. Госпожа? Госпожа? Это она? Или это другая? А вы почему живы? Она не умеет? Усилить фляга с эстусом? Поговорить. Фига. А можно вступить в орден? Да я хочу. Вступить? Ну конечно. Да. Будем поклоняться женщине-паучихе. Пиромантия — большой огненный шар хаоса. Вот все пироманское. Поднести человечность? Ну ладно, одну поднесу, больше не буду. Одну, на. Преданность ордену. А это ради преданности все? Не, ну я так не играю, слушай. Чего она молчит? Посвяти себя прекрасной госпоже. Тогда я дам тебе все, что ты попросишь. Я увидела сейчас. Если тебе что-то нужно, прежде спроси у меня. Купить предмет? Список слуг. Ну давай. На болтовню нет времени. Твои мысли должны быть о нуждах прекрасной госпожи.
колечко. Я увидела, да, мне подсказали. Какой-то там ведьмы или что-то. Главное не снять то, которое нельзя. Черное кольцо снимать можно. Так. О. Здорово. Вилик? Это моя милая сестренка. Ну, была, получается, извини. Она первая начала. Я ей говорила, здравствуйте, женщина Арахнида, здравствуйте. А она вот не захотела со мной общаться. Квилик, в чем дело? Че, и все? Квилик, сестричка. Яйца. Так больно. Их нет. Боюсь, может быть, слишком поздно. Мне так жаль, сестренка. Все будет хорошо, ведь у меня есть ты. Но обещай мне, что ты побережешь себя. Она из-за кольца думает, что я ее сестра, да? Это сестру ее кольцы. Да, кольцо ее сестры? И за что вы сестренку убили? Да я хотела устроить с ней тусич, она не захотела. Ну, все получается. До свидания, Квилик. Береги себя. Это и все, да? То есть только ради того, чтобы с ней поболтать, это кольцо нужно было? Ты говоришь на языке прекрасной госпожи? Да. Но не спеши упиваться гордостью, тебе еще предстоит заслужить доверие. И если попробуешь шутки шутить с прекрасной госпожой, пожалеешь. Дамы кольце сестры. Мне нечего тебе сказать, кроме того, что если ты поднимешь руку на прекрасную госпожу, то познаешь мой гнев. А еще? Хорошо. А что купить? А, мы уже купили. Список слуг. Не знаю зачем. А вам мало? Ну, вообще-то да. О, моя сестричка. Не обращай на меня внимания. Мне не очень больно. Ну, а если ей дать много человечности? Она станет человеком, а не паучихой? Я могу ее спасти? Я бы спасла. А, это продвижение по службе? Ну нет, так неинтересно. Все, давай тогда, мадам. Нам с тобой говорить не о чем. Тебе всякие штучки дадут? Какие? Мысли. Я так не играю. Не помню, но вроде крутую катану, но надо много человечности, Капа. Серьезно, да? Ну, вы с Ровлом пишете, но это на серьезные вещи. А мне бы узнать, сколько много. И она лучше моего меча. Если да, я бы хотела катану. Бегали бы, как в аниме, с катаной. Капа. Так, а лифтик куда? А чё? В смысле? Так и шо? А у нее костер зачем? Тут на 2 квадратных сантиметра слишком много костров. Мы можем пойти туда, значит, наверх, где открылись ворота, но идти что-то далеко, мне лень. А можем пойти сюда, сюда ближе. Потом поймете, хорошо. А как отсюда спуститься?
Я думаю, если хоть одного тронуть, то мне конец. Меня убьет вот тот чел, наверное, прислужник. Так, так, что начинается? Бить будешь? Будешь, нет? А, значит, этих надо трогать. О, как интересно. Как интересно. Лучше не трогать. Пусть ползают себе спокойно. Да, Ричард? Тебе неудобно. Ну, что ж я могу сделать? Ты сам пришел. Я такой мягенький. Да, это все. Все, что вы хотите мне сказать про эту локу. Это душнилово с червяками. Возможно, если повезет, то будет весело. Да? Я их больше не трогаю. А как дальше-то? Там же лава. Я на ней тоже накопительная у меня? Мне бы только туда добежать, да? Или нет? Не знаю. Ползут? Вроде нет. Причуль, давай уходи, потому что мне с тобой неудобно. Иди. Вперед. Фух. Там он мужик какой-то. С бычьей башкой, с дубинкой. Там лутик. А как... Ну-ка, какой-то разочек наступить. Чё, не больно даже? Ау. Мы туда не добежим. Или это если на месте стоять? Не думаю, что это так работает. Не, я не хочу проверять. Не горю желанием. А есть какое-нибудь колечко там? Невосприимчивость клави... Ну и ладно, невосприимчивость это уж чересчур. Вот туда можно сказать. Угу. Но чтобы она медленнее накапливалась, было бы славно. Ой, мышка, не ровень. Логово демонов. Есть. Ну хорошо, может мы и найдем его случайно. Но оно вам не скоро грозит. А вот это грустно. Ну да и ладно. Так уверенно бегу. Ну, противников нет, вот я и бегу, а почему вы и да? Ох, уэй, что это такое? Какой кошмар. С какой стороны не подойди, да, я так понимаю? Ну-ка. Угу. Это кто? Димон. 30 человечности, но там нет катаны. А, то есть обманули, получается. Слушай, Димон, а можно я просто мимо пройду? Мне вот в тот закуток. Там же не тупик? Да, какой красивый. Ну, оно мирное. Наверное, пока не тронешь. Ну, или предмет его не своруешь, например. Ну, я так и знала.
А как с тобой драться? Ты ручку положи хотя бы сюда, чтобы мне было что бить. Хорошо, положил. Мне понравилось, спасибо. На все хп. Было приятно. Да-да-да-да. Угу. По 50 урона. Что? Ну ладно. Как бы если он будет только рукой бить, то проблем никаких. Скорее всего, мы просто руку отрубим, да, и он потом уйдет и будет где-то в другом месте меня караулить. Ну, потому что слишком легко, не может же быть вот так вот. Такой демон. И просто... Чё? А с чего вы взяли, что это рука? Мне нравится, как я по таймингам уворачиваюсь, но с другой стороны, там мне и не надо прям по таймингу. Надо время, чтобы подбежать и потом накидать ему. Эх, не увидим способ. Ну, а как? Ну так получилось. Расскажешь потом про способ. Ну что теперь? Он по-другому как-то атакует, нет? Если я в углу буду стоять. Ты же задушишься там, если я твой способ не покажу. Пиши. Не, это мега простой босс. Хорошо. Ну ладно, давай пиши, пиши. Не я это начала. Беги ко входу. Не, я не пойду, ты чё? Нет, потом лучше расскажешь, как его победить. Там же ничего интересного, просто метод, да? Вот ты в него кинул какую-то бомбу, и он склеился. Блять, сейчас все, он сейчас меня убьет. Надо было убивать, пока можно было. О, господи. Руина на товарище-модераторе. А зарофильный способ дают с него лут? Или это так вот, ты убил и получил ничего потом? Мне как бы так не надо. Зато все покекают. Ха-ха. Все то же самое дают. Что считается выходом? Бомжам... А он мне даст теперь уйти? То место, где ты зашла в дверь. Но она же закрыта теперь. А можно наперед писать, что потом делать? Потому что я как бы буду стоять, а он мне накидывать. Ага. Жди. Что ждать? Бей. Бей, ну, а я же не знаю, что мне делать.
То жди, то бей, вас не поймешь, ну. Типа его за один удар можно было убить. Ну, это такое. Я думала, там что-то сверхнеобычное будет. Итак, за 5 ударов. Да он и так откисает, если что, очень легко. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, Ота. О, демонов сколько повылазило. 24 тысячи душ. Надо пойти уровень вкачать. Во что, правда, не знаю. Ну, по классике. Опа, даже прыгать не пришлось. Вы же понимаете, у меня паника, у меня задержка на стриме все равно какое-то время идет. Плюс, пока вы еще напечатаете, я не знаю, что мне потом делать. Ну, иди к выходу. И сиди тут это, Капа. Его можно легко убить, Капа. Ну, к тому, с которого зашла. Жди. Я стою, жду. Бей! Бей! Ох уж эти задержки у стримера. Ах. Давайте ловкость прокачаю, не знаю. Я не знаю, что качать. У меня нет оружия, под которое я качаюсь, поэтому... Наверное, сила все-таки получше будет. Да, я такая, я богиня. Молитесь мне, правильно? Так, колечко у меня правильно стоит. А что так много демонов сразу? А, зачем я сюда бегу? Мне же через вот туда надо спускаться. Ой, тут 5 фляжек, да. Вот здесь можно ходить без опасения, да? А. Ну и хорошо. По пустырю пока похожу, пожалуй. Я не хочу идти к этим мужчинам. Мне еще нравится, что это назвали рофильным способом. Хотя это, ну вот это вот абьюз, да? Но нет, это не абьюз, это рофильный способ. Я теперь так буду тоже говорить. Рофильный этот способ. Мужчина. Это Капа демон. Хорошо, тебя понизили после того, как ты мне проиграл. Ага, не прошел бэкстепикс. Да ладно, не злись, что ты. Сейчас прыгнет, когда я буду хилиться. Ну, пес, а. Ну, что ты делаешь? А у меня всего 5 фляжек. Напоминаю. А все, я его не одолею. Но конченое. Сейчас. Я сейчас вернусь. Сейчас я вернусь. Вот бы лестницу. Да. Но это задумано разрабами. А, да. А то, что муха может провалиться в текстуры, ими не было задумано. Напоминаю, человечность заканчивается, это очень грустно. Надо будет ее потом фармить где? На крысах? Там, где под драконом, которые.
Чё ты там орёшь, с чего? С вас? Ну ясно, ясно. С того, что я не могу капа демона без лестницы одолеть. Да. Ну, сейчас я научусь. Удары запомню его, и все, я одолею. Три тысячи вообще-то. Это тебе не шутки шутить. Козлиная морда. Это как вот это такая процедурка пяточки, когда от ороговевшей кожи, да, вот это сейчас вы тоже этим занимались. По лаве оно-то хорошо. А, блин. Подожди, я попью, я боюсь, ты опасный. А, ему сбить атаку можно. Угу. У тебя третий не было, да? Показалось, значит. Ударил! Спасибо. Предмет? Демоническая мачете. Что? Ну-ка. Вы бы знали, сколько людей удивлялись, когда узнали, что такой способ есть? А, да? А что я взяла? Мачете какой-то. Так, у меня 200. Сколько у мачете? 133. Оно молнией бьет или проклятием каким-то? Кровосыся, может, нет? Оно от скиллы скейлится. От силы. Мелкие демоны-капры используют эти огромные мечи парами. Их изогнутые клинки отлиты из железа. Меч не заряжен магией, однако с его помощью достаточно сильный воин сможет крошить врагов направо и налево. 40 силы поменем. Эх, мы недостаточно сильный воин, но посмотреть хочется. Ну ага, получи. Восемнадцать кг, да вы шо? И сейчас катану заодно посмотрим. И кнутик. О, сейчас бы демонов кнутом бить. Плохой мальчик. Кто тут плохой мальчик, а? Получи. Да, только урона, наверное, он наносит ноль. И катана. А где она? Парирующий кинжал, короткий меч. Она там какая-то ее и... Это не то. О. Тоже неэффективно использую. Непонятно почему. Блин, она так красиво бьет. Ой-ой-ой, я хочу себе катану. Это будет emotional damage скорее. Но у нее урон хуже, чем у меня. Я не готова пожертвовать уроном в угоду красоте. Это, конечно, фэшн соус, но 5 килограмм. Для нее нужно 20 силы, да? Или что это? А у меня сколько? А у меня 18. Угу. Ну, блин, 88 и 200. Я сейчас почувствую себя, знаете, какой? Никчемный. Сейчас вот. Я играю с начала игры с тем мечом. Я с ним и буду. 20 ловкости. Так, демоны по одному. Я не знаю, что вы делаете. Обидно, что они по лаве ходить могут, а я нет. Какой он красивый. Я вам скажу.
74. Ну как тебе такое, достаточно? Пейхоти. Там еще один идет. Ой, блин. Не, ну двух-то я не осилю, вы что там, совесть имейте. Ребят. Вот бы вам такого. А, вы дальше не это. Боитесь яйцеголовых, да? Ха. Вот, абьюз? Или не абьюз? Ой, нет, что-то они не смогли. Не, ну они боятся сюда идти. А, правильно, нечего. Была бы я магом, я бы заабьюзила их сдалека. Но я... О. А. О. Уходите, я позову вас заново. Мы плохо начали знакомство. Давайте начнем сначала. Я не могу тут запрыгнуть. Ох, но. Они странно себя ведут, я вам скажу. Какие-то ненормальные NPC, ну да ладно. Чё вы пятитесь? Бьет, уже бьет, он прыгает. Спокойно, спокойно. Ребята, не надо. Не надо. Спокойно. Нерешительные парни. Да, они такие, блин, стример такой классный. Но мы так стесняемся к нему подойти, ох, но. Так, ну давай это по-честному только. Мину тебя сбила, да? И такое бывает. Я здесь не знала, насколько долго он будет оттягивать. Я еще жив. Я уже думала, все. А нет. Ну это не стамина, а как это называется? Устойчивость или как? 1 хп пог. Не говори. Боже, осталось всего 5. Легко. А у меня 4 фляжки. Но они, судя по всему, одноразовые. Или нет? Подождите, эти бомжи с камнями тоже так исчезали. Баланс, да. Возможно, они не одноразовые. А если нет, то это нехорошо. Я тогда просто буду бегать. Ой-ой-ой-ой-ой. Зато влупить не стесняются. Да. Не джентльмены. Ой, а ты что такой настырный, слышишь? Сюда, раньше со мной так далеко никто не заходил, ты чё? Давай это, не наглей. Вон.
как я к нему, видели? Прыгнула в объятия. А, я думала, у него стамина кончилась. Он так просто стал интересным. Ну ладно. Души рядом, сейчас заберем. Ну, что бьют, значит, любят. Да, да? Капа демон, правда, не одноразовый, но это не страшно. А демоны вот эти, да. Это хорошо. Правда, их одолеть еще надо, чтобы проходик себе расчистить. Они душненькие слегка. Нет, если уворачиваться уметь, в принципе, нормально. Но у меня не особо хорошо получается. Мужчина. Подожди, постой. Я думаю, вот это очень похоже. Это очень похоже на удар, то, как у него стамина сбивается. Я поэтому тогда и расслабилась так. Рано или поздно я выучу мувсет, здесь все с натяжечкой. Надо просто немножечко не торопиться. Вот когда хочется перекатиться, ну, на мгновение попозже. Сейчас попробуем. Ой, сырничков хочу, не могу. Вы бы знали, лежат они там вот. Душу греют. А мне есть интересные какие-нибудь кольца? Я хочу посмотреть, что у меня за кольца вообще. Усиливает защиту. Жертвенное количество переносимого снаряжения. Я, кстати, могла бы надеть кольцо Хавила и взять себе катану, скорее всего. Доп заклинания, баланс. Может, кольцо с ауфом на ней? С другой стороны, зачем? Арториас. Владел большим мечом. Но с ним я смогу катанку взять. Вот это мое оружие. Особо не улучшишь. Ну, в плане улучшишь, но оно не скерится ничего. Катанку, наверное, можно заточить на какие-нибудь там молнии, да? Кровотечения. Мы до конца стрима с этими ребятами сидим, я вам серьезно говорю. Не понимаю, как с ними бороться. Ой, да ло.
Вот больное, а. Ну, я нажимала, но слишком поздно. Да блин. Когти вот это себе там. Поотращивают, понимаешь ли. Вот они, настоящие боссы этой игры. Они вот это вот все. Вот если у босса будет такой мувсет, я его не выиграю. И не будет лестницы. Нет, я могла бы его заманить на вот эти ступеньки и ходить с ним там драться, как вариант. Они там немножко затупными становятся. Самую малость. Шо вы еще с ними бодаетесь, Кекви? Ха-ха. Ну-ка пойдем на мою лестницу, слышишь? Они просто здесь только по прямой бьют, и можно бить и отходить. Ну, если, конечно, еще вовремя уворачиваться. А там они вертят свои эти... Бэкстепи хоть раз. По мохнатым жопикам. О, ну... Только не прыгай на меня. Не, я похилюсь, наверное, я боюсь. Он же если прыгнет, это все, это конец. Добей его, добей. Да хватит топтать когтями. А вам точно туда надо? Да. Не надо и туда, и везде. Хорошо. Я буду драться с ними на ступеньках. Я только так их могу одолеть. Они же ненормальные. Боже мой, боже мой. Усина. О, нет. Он бежит за мной. Ох, но. Большой и страшный. Давай сюда. Оп. Нет, ты подойди. Нет, ты подойди. Нравится, как я от него отхожу просто на 100 метров назад. Потому что я его боюсь. Еще разочек. Ну, получи. Мужчина.
Ля, профессионал по убийству демонов. Но только на вот этой своей лесенке. Потому что вот здесь, на открытом пространстве, они меня убивают. А вот здесь как-то у меня получше идет. Потерял меня, сладкий. Я вот она. Ну, я так не играю, не пойду на открытое просто. Ну, слышишь? Он тоже, он что-то знает. Грубиян. Давай, бей. Я же говорю, похоже, как будто стамину с него выбиваешь этот удар. Настолько прям похож. Ловушка. Уркнись. Ох, но. Я нажала, но я раньше нажала на автоатаку. Поэтому, что первее было прожато, то и сработало. Они учатся? Угу. Мужчина. Пойдемте. А вы не так прост, как остальные. Ладно, осталось два. Хорошо. А, это я здесь только хп теряю. Угу. Я все время к ним прихожу, думаю, а почему у меня уже кусочка хп нет? Не обращала внимания, знаете ли. Они мне как раз нафармили, я пойду еще прокачаю себе силы какой-нибудь. Нет, ты иди сюда, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Какой ты, а? Интересный. Ладно, ладно, надо... Не, его прям надо заманить на лесенку. Они вне вот этих ступенек какие-то агрессивные чересчур. Все равно теряется хп, да? Ну, оно не засчитывается, что я как будто бы в ударе скольжу.
Ох и да. Строптивый какой попався, да? Надо расчехлять эту плетку. Капа демон стоит, смотрит на это все, думает, да. Куда я попал? А нечего проигрывать мне было. Давай, заходи. Ну-ка ты... Заходи давай. О. Блин, меня подожди сейчас. Ага. Ну не уходи, постой. Давай, бей. Будешь. Опять тебя заманивать сюда 3 часа. Попал. Далеко отхожу, я просто боюсь. Но пятый мой совсем не такой. В его руках я таю, как снег. Но он реально не такой, как все предыдущие. Надо было его бить. Ну ладно. Ну шо, последний из магикян или как там? Магикан. Магикян это немножко не то. И его убили. Ну конечно. Вот я могу показать, как я дерусь, если честно. Очень плохо получается на самом деле. Подожди, подожди, стой, постой. Не смей. Прям в руку ему кувыркнулась. Ну что ты будешь делать? Ладно, этого получилось. Хорошо. На ютубе чат не работает. Ох, блин. Заработал, сори. На ютубе не работает, да? У меня не работает. Возможно, там, да, пишут, люди отлетел, видимо. Ну, это у Ютуба частая проблема. Я, ну, как бы, на всякий случай разместила там то, что разместила. Сейчас я посмотрю. Он часто отлетает. Ну, у Ютуба свои приколы. Так, предлагаю пойти прокачать, значит, заработанных душ себе уровень. Потом идти дальше. Ютуб маленькая компания, не судите ее строго. Угу. Здравствуйте, сова инсталог.
Магикян что-то на армянском, да-да-да. Но я забыла, я перепутала буквы, что ж теперь. Ой, как долго мы бежим. Там ладошки на катану не хватало. И бежит, да. Ладошка — это ловкость. Ну, хорошо. Я не то чтобы собираюсь с ней ходить. Нет, смотря насколько хорошо она прокачается в сравнении с моим вот этим зубом дракона. И какие бафы мне от этого будут. У нее скейл идет от чего? Яй-яй, то. Только от ловкости, да? 20. Ну, у меня не хватает одного уровня. Не ругаемся? Что там было? Ну-ка, что там было? Как эту игру можно без мата проходить? Ну, вот тот мат, который вы написали, я иногда говорю. Ну что, сука, говорю. А так спокойно проходим. Мне тут весело. Я люблю Dark Souls. Так, так мы пройдем. И так мы пройдем. Любит. Ах, так? Шо? Да. А как нос воротила? Да я скилла набиралась, чтобы пережить это, вы не понимаете. Я и скилла набиралась, и этой психологической, психической устойчивости. А, больно. А! Не допрыгнули. Надо было, наверное, с лавой отталкиваться прыгать, если в ней можно прыгать. Опять бежать. Так долго. Кольцо с ревущим драконом. Трусивое. О, бомжи, бомжи. Телепорт бы кто придумал. Жжется. Угу. Чё, и по кострам не могу телепортироваться? Сколько можно? Сколько можно? И как представлю, идти к тем воротам, это же самое первое лока, к дракону туда аж возвращаться. Через деревню бомжей, вот эту токсичную. По-другому уж не выйти, да? Ну, если тут где-то выхода не будет. Потом через... Ой, что-то мне аж сразу так душно стало, как я об этом подумала. Поэтому я туда и не пошла, а пошла сюда. Да там близко. Да, да. Вы тем более не всю локу прошлую исследовали. В смысле, еще не всю. Как это? А про какую конкретно локу? Подождите. Да как же так же? Ну, я последний раз попробую, мне просто надоело бегать. Ну, сколько можно? Ну. Ох. Я не про секретную. А какая секретная? А, ну секретная с деревьями. Нет, ну я туда пока и не иду. Не всю ты имеешь в виду, где был кокон паучихи? Ну, вот там, где эти мужики с камнями. Я забываю, как чумной город, по-моему. Да ну не, а как? Во! Там разве было куда еще идти? А, ну да, да, точно, точно. Там же лесенка была такая, интересная. Я на нее не пошла. Ну, меня манила арахнида. Я хоть и не знала, что она там, но меня манила к ней, понимаете? Не могла устоять. Ладно, лут лежи, потом я с тобой приду, может быть.
Это тоже находится в центре. Ну, этот шанс и больше забрать, конечно. А чё это и все? А мы их убивали, чтобы что? Чтобы сюда прийти? Незачем? Эх, а вот если бы ХП прокачала. Но я и это не смогу забрать. Ну, игра, блин. У меня от огня вообще-то шмотки. Я понимаю, что они выглядят не жаропрочно. Ёлки. Нет, я не успеваю. Я потом приду за этим лутом. Но вот за душами все равно придется идти. От огня другие. Я понимаю, что там всего 2000. Ну, типа. Которые ты украла у того демона. А, точно, мы же еще не посмотрели новые шмотки. Спасибо, что напомнил. Я-то и забыла. На меня такие мужчины набросились. Ну, типа. Все из головы вылетело. Эх. Все, эти за мной не ползут. Сейчас посмотрим. Так. А, ой, какой интересный. Черный, шитый золотом капюшон. Одежда ведьмы Квиланы из Изолита, матери пиромантии и дочери хаоса. Она носила этот шитый золотом черный капюшон еще до начала эры огня. Обеспечивает надежную защиту от огня, ядов и других опасностей. Так, а тут тоже шитый золотом, то же самое. Описание повторяется, да? О, да я же теперь босиком бегаю. Я этот, как они там, из Гарри Поттера, которые души высасывали, вот, дементоры или кто? Вот это я. Время на сгов. Все, появилось пятно. Я знаете, на кого в этих шмотках похожа? Я не помню, в каком Dark Souls. В третьем, что ли. У меня два любимых босса. Это, ну, три. Но второй из них там наполовину состоит из первого любимого, поэтому... Мне нравится Гвиндолин. И, соответственно, в третьем Dark Souls, я не помню, как он там называется, босс, который его сожрал наполовину. Куча изговин. Вот. И нравятся вот братья Лотрик и еще как-то там. И вот который сидел на плече у огромного, вот у него такие же шмотки. О, это все было ради заклинания пироманта. Придется отращивать рога и хвост. Зачем? О, уголь. В смысле уголь. Я думала, это заклинание пироманта. Это кузнецу? Из душев, который крафтит. Или обычному. А инструменты где? Надо хотя бы сходить к нему. Это в той, где... в той локе, где кратковременное проклятие, да? Я куда-то там забежала, спустилась. Может, мы где-то и подобрали уже инструменты чисто случайно. А то у меня есть душа бабочки. Бабочки. Есть душа вот этой паучихи, по-моему, да? И еще чья-то, три штуки. А я ничего сделать не могу. Как-то. Симулятор ходьбы. Ну, в данном случае бега. Я думала, тут хотя бы босс какой-то появится. Не, ну тут-то он был, да, вот тут ползающий черт. Но он какой-то глупый. То есть его либо в моем закутке можно было победить, либо вот это... Блин, как? Рофельный способ. Угу. Либо рофельным способом.
Ну, это последний раз, по идее. А мы можем и не запрыгнуть сейчас. Хотела сказать, мы сейчас заберем, но мы можем не допрыгнуть. И придется еще идти и еще. А мне, если честно, уж не терпится отсюда уйти. А че камень такой это не поддающийся? Я тут до конца стрима. Если что, если кому скучно и надоело, можете уходить, потому что до конца стрима не так и много, а я буду душиться с этим лутом. Что-то пошло не так. Я просто не понимаю, она соскальзывает с камня. Может быть, надо с другой стороны на него напрыгивать. Кто знает. И вот знаете, там же может оказаться вообще какая-нибудь душа пропавшего солдата, которая мне не всралась. Ну, то есть это полезно, но не настолько, чем если бы там какой-то меч лежал, или шмотки, или уголь, или инструменты для кузнеца, например. Ну, как будто бы вот с этой стороны пониже. Да как? Ну как? Ну хорошо, я же... Ну сколько можно? Сколько можно? Я уже в самом конце прыгаю, чтобы запрыгнуть. Правее? Ну я сейчас попробую правее. Я захотела левее, теперь правее пойду. Я все варианты попробую. Что думаете? Широкую на широкую. С другой стороны, вопрос к разработчикам, да? Почему правее? Вот почему? Если левее, ну, как мне кажется, вот этот холмик выглядит более пологим. Говорят, еще фляжку можно бахнуть. Держите. Это ж мы явно из-за нее не могли забраться, да? Ну вот смотрите. Ну вот здесь же, куда меч указывает, кажется, что вот шанс запрыгнуть вот сюда, вот так, намного выше, чем вот сюда. Зная эту игру, какая же она корявая. О, боже. Ну почему? Ну как? Ох, чуть-чуть не укатилась, у меня бы забомбило. Я знала, что здесь душа говна. Ну вот я прям чувствовала. Господи боже. Вот. Так что вот, я запрыгнула, потому что барахталась как ненормальная. Не столько потому, что с этой стороны лучше прыгать. Пляшка зарешала. Да. А есть еще куда-то в этом демоновом городе спуститься? Через капу, что ли? Ох, ну, капа, не иди, я не хочу с тобой драться. Да, через капу. Слушай, я просто пробегу. Давай. Ну, мы как старые добрые друзья, ну. Спасибо за одно хп. Только бы друг так оставил. Вот не друг бы, ох, но не оставил бы. Подожди, попью. Не бей, подумай. Стой. Спасибо. Это что за каповое... О, какое место классное. До свидания. Ну вас нахер. О, боже. Какой кошмар. Капа на капе. Что такое? Кто это? А
Капа все идет. Он такой, нет, ты от меня так просто не уйдешь. Ну, Капа, ну отстань. Чисто теоретически. Сожги его. Давай, наберешь. До свидания. Уходи отсюда. Вон. Вот и правильно. Нечего меня трогать. Трогать они меня захотели. Ишь ты. Не доросли еще. О. Опять мои любимые мужчины. О, за местного уже приняли. Да. А можно я просто сразу в ворота, как бы? У меня нет цели, есть только путь. Ну, скорее, это вы не доросли, да, сейчас вот. Они трогают меня только в путь. Ой-ой-ой. Мужчина! Как близко мы были к цели. Ох, но! Напомните, зачем мы в это играем? Потому что стримеру нравится. Нужна еще причина. Опа. У меня фляжек много, мне что, жалко, думаете? Мне душнее бежать. А у меня кольцо поменено, наш, правильно? Я мало ли забыла. Да, подводная игра, кстати, Субнафтика 2, и мне даже не хочется смотреть, как ее проходить. Так лень, вы бы знали. У нас по классике с ним, он как бы меня бьет, вставляет одно хп, и я бегу дальше. Слушай, давай не надо. Капа за мной не упал. Ну, хорошо. Так, у меня есть просто путь. Мне не интересно. Мне интересует. Здравствуйте, я из Oriflame. Крестик жал. Я же жал. Попробуйте человечность тут врубить. Серьезно? Это из-за того, что у меня не было сейчас человечности, меня не пустили? Я считаю, это нечестно. О, ну-ка, подождите. А если попробовать... Ну, там 3000 душ и 3000 душ. Подумай. А если попробовать... А, здесь... ладно, разработчики, я вас поняла, хорошо. Ну, я хотела так по камням и туда прыгнуть. Мне сказали, не прыгнешь ты. Хорошо. У вас анимация получения звездюлей была? Ну, а человечность прям нужна или нет? То ты сейчас разведешь меня на мою драгоценную человечность. Не дают-то Кершону повеселиться.
что ты будешь делать? Ну, если хотите старого знакомого увидеть, у меня нет знакомых в этой игре. Подожди. Не, я даже не знаю какого, не хочу предполагать. Да. Что ж ты будешь делать-то, а? Это вот с натяжечкой тут ударчик. Слушай, а ты можешь там ударить, чтоб я попила? А то у меня как-то здоровья нет, по-моему. Ладно. Мне просто спрыгнуть надо как-то будет. Костер? Под ней? Огненная бомба на нее не сработает. Но, возможно, сработает черная. Эти там за мной черти не едут. Там вон скалопендры какие-то сидят. Вау-вау-вау-вау, полегче. Злиться, чего сразу баловаешься? Хитрая какая. Давай, как вот делали. Я бью. Ты токсичишь. Я отхожу. Мы миримся, и все по новой, да? Ничего, ничего, я все равно свой костер заберу. Ничего, ничего. О, она не попадает, получается, если там в центре стоять или попадет? Интересно. Ой, до свидания. Так, человечность, да? Угу. Но у них уже мало, уже нет этих человечностей, в самом деле-то, ну. Ох, ой. Бедный червячок. Жил себе эту жизнь. Да уж. Ай, ладно, уже с этой стороны поехали. Что ж теперь? А вот, ну, следуя логике, из души бабочки можно получить для... мага, скорее всего, что-то. Из души Квилик, так как она огнем стреляла, для пироманта. И чё? Правда, вам через 2 кап пробиваться? Нет, ну что за человек, а? Закрыто! Воля великого повелителя! Что? Не, ну я не знал, что вы с этого костра пойдете. Кто
тут повелитель? Я пойду ему вломлю. Как он посмел не ждать меня в гости? Я считаю это грубо. А теперь выбираться отсюда весело будет. Через капа демонов уже не пробежать. Да, здесь только через боль и страдания теперь получается. Не даю зевнуть бедолаге, она такая... Избиваю зевоту. Ничего, многие в этой ловушке были. Мои любимые мужчины, да. До этого мы тренировались. Мы познали искусство лестницы. Еще там, где ее не было, поэтому тактика ясна. Плохо получилось. Мужчина, не злитесь, пожалуйста. Не, давай там внизу стой, слышишь? Не подходи. Мне так понравилось, что я аж перекатилась к вам. О, вы тоже, да? Хорошо, когда все взаимно. А в прыжке сверху сможешь его убить? Не хотелось бы. О, капа стоит. Вот капы больные, конечно. Я вообще не знаю, как с ними бороться. Капа, идешь? Мужчина? Ну, хоть кто-нибудь. Но только не все сразу. Мужчина. Алло. Здравствуй. А я надеюсь, они тоже здесь одноразовые, эти большие демоны? Ну, как бы, если нет, то как? То кем надо быть, чтобы это пройти все залпом? Ха-ха. А прыгайте вот сюда вот. Вот так вот прыгайте, и там можно в дырочку, может быть, укатиться. Давайте. Не? Ну ладно. И попало. Ох, ну. А можешь также в пропасть? Ты там это под ноги смотри. Давай пониже спускайся, выше нельзя идти. Это мои ступеньки. И для тебя их строили. О, понимаю. Обидно было, да? Грубо. Я больше так не буду. Так и что насчет удара в прыжке? Я не хочу. У меня анимация выхода из этого прыжка еще будет трехчасовая. Он на меня сверху прыгнет в ответ. Только у него получится лучше, чем у меня. А я могу еще и не попасть. Капа опять стоит, на это все смотрит, думает, да. Вот я, когда подойду, втащу ей так, что ей мало не покажется. И ведь будет прав.
Уфина. Тут нигде не вылезут такие же беки-буки. Ну иди давай сюда, слышишь? Особое приглашение надо или что? А по пути не можешь споткнуться и упасть, слышишь? Не может. Его удерживает какая-то волшебная неведомая сила. Ну ладно. Ох, ну. Большой демон. О, подожди, рука чешется, стой. Да иди сюда, не стесняйся, что-то. Ну, я не буду на твоей территории драться же совсем, что ли. Ну, иди в жопу. Тоже мне не очень-то и хотелось. Так, с тобой как тут драться? Ты не-то не выглядишь дружелюбненько. Он ушел? А то сейчас как прибежит обниматься. Ах, это как так вышло? Хорошо, что не в пропасть. Это вам не мух абьюзить. Ой, ладно. А, ты вертеться умеешь. О-о-о. Понял. Давай, давай, наберешь. Ну, у меня, знаешь, бомбы лежат с самого начала игры. Я думаю, пришло время. У меня и ножи есть. Я все равно этим не пользуюсь. Надо же когда-нибудь, правильно? На, получи. Как тебе такое, а? 9 урона. Но! Я больше не попаду. Страшно? Вот так-то. Ну, а 10. А чем дальше, тем сильнее? Или что? Девять урона. Не, я, видимо, просто попала куда-то. Так, а бомба, ну-ка. Только не бей, подожди. 28. А как с тобой бороться-то? Я не хочу, честно. Тата сбоку хотя бы стояла, а это во все стороны равные, понимаете, как пифагоровы штаны. Целых 28. Кайф. Я ж тут прыжок влево-вправо, я улечу в пропасть. И отходим, и отходим. Хорошо. Сейчас она успокоится, и мы то же самое проделаем. Спокойно. Она же тоже одноразовая, надеюсь. Поняли. Больше не будем. Страшнее демонов будет, потому что тех-то можно хотя бы забайтить, на туда-сюда походить. А оно на месте стоит. Занимательный геймплей. Ну а что, что? Вот так, да. Страшно. А как ты потянула ручки свои, слышишь? Не тяни так больше. О, осколок зеленого титанита. А это вкусно звучит. Там только смерть. Капа, ты не это не слышишь? Это мои души. Нет, Капа. Капа, нет. Я жду вот этих Бибу и Бобу.
Ну что, Капа? Я не готова, но придется. Давай. Раз на раз или зассал. Че, пока лут не возьму, не нападешь? Чем? Я бомбу убрала. Ну, я думаю, по нему 3 урона бы проходило. Твой лут? А если возьму? Я не люблю этих противников, они сложные. Почему по нему бэкстеп не прошел? Подожди, не прыгай, ну не надо! Ну что ж ты за скотина такая, а? Бросишь тебя, не надо! Какой же ты абьюзер? Пошли! А я знаю, что я с тобой буду делать. Я хотела на него сверху прыгать, но и без этого получилось. То есть у меня не получилось прыгнуть, но и так победили, ладно. Токсичный какой. Да вообще. Душа отважного кого-то. Так, ну у меня фляжек нет, нам в любом случае придется присесть. Здесь какой-то повелитель очень важный закрылся от меня. Ладно, повелитель. Стоящий лут. Да. Вот этого бы еще Димона развести. Но с другой стороны, пускай же сидит. И сейчас я сажусь на костер и ресуются все. Вот просто все. Я такая, а, бля. Вот смеху-то будет. Ой, уже 21:03. Как быстро время летит в этой игре. А чё, блин? Красные демоны, они здесь не пропадают? Мих. Ну ладно. Ну подумаешь, ну не надо. Что ж, на сегодня тогда все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что сегодня пришли. Спокойных вам ночей, приятных аппетитов, хороших вечеров. Всего хорошего. Увидимся с вами на следующем стриме или в следующей серии. Всем пока-пока.